Не будем ссориться. Итак, мы начинаем. Только сюжетная линия. Без ролика. Если использовать ролики, то сразу найдутся. Отсюда до Гаваны сотня лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Болван! Куда он бежит-то? Пойдете за мной, убью! Вместе нам было бы легче. Меня не жди! Эта шхуна здесь очень кстати. Изымем этот корабль и последуем за ним. Простите, Кинг. Нет, наш путь лежит в Гавану. Ах!
Так бы все... Конечно, это серебряники. Да-да-да. Девять атомов. Значит, девять атомов. Скажите, сколько? Шлюпки нет. Опасаюсь, к кораблю нам придется плыть. Могло бы быть хуже. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товар из плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана, крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Отдать все, вперед! Мы несемся быстрее самого ветра! Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно, да. Там оживленный путь. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик. На борту ничего ценного. Сахарный тростник, бата, ром, подобные товары. Здесь, конечно, можно. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да. Но вы
Тут вы правы. Спустить бомбы Марселя и Марселя! Все паруса!